Знаете, что самое главное в телевидении? Так это в гонке за популярностью, которая гарантирует дивиденды, не потерять собственное человеческое лицо. Если автостоп частенько издевается над коллегами, то это только потому, что они сами себя не уважая, за мизерную плату засос целуют пятую точку явно говнюков. А мы же, привыкнув к вещам дорогим и иногда доступным немногим, не забываем, что по жизни не изменились и звездной болезнью не страдаем. А социальную направленность четвертой власти служить народу будем блюсти, как и ранее. Ну а сегодня это составляющая выпуска «Картинг». Реализованная мечта детства, и реализована она усилиями администрации города. Конечно, вы помните, с каким упоением мы гоняли и в дождь, и в зной на картинге центрального стадиона. А теперь это могут легко сделать жители южных районов. Где? Да рядом с бассейном, ФОКом и автолидером. Конечно, трасса, проложенная на теннисных кортах, кому-то покажется коротковатой. Но впечатление и здесь выше крыши. И это даже на пятисильных картах. А есть и в наличии, и амбициозные девятки. Так что возможность хапнуть адреналинчика есть. И для этого не надо глубокого дорогого тюнинга. Ой, ну что ж, на этот раз гораздо поаккуратней. Но тем не менее, давненько мы на карте не катались. А почему, непонятно, но вот сегодня все-таки спаладились. Где мы все это делаем? Между прочим, не на центральном стадионе, а здесь вот возле бассейна, что в Орджоникидзевском районе, открылась еще одна точка. Пока народу здесь нету, но это только пока. Потому что как только вы посмотрите автостоп, вы сразу сюда прибежите. И у вас сейчас появилась уникальная возможность посовершенствовать свои навыки. В чем уникальность заключается? Вы можете покататься на центральном стадионе, приехать сюда. Здесь трасса совершенно другая. И вот мне, толстому хрюнделю, который, между прочим, является чемпионом города по картингу, было достаточно тяжело здесь прокатиться. Но, тем не менее, вас здесь ждут, поэтому совершенствуйте свои навыки. А я пошел совершенствовать свои. А то тут по микрофонам проезжаю. Эх, где этот стартер? Thank you very much!